наведения сплотиться и показать, что мы защитим наш мир, стабильность и дружбу всех казахстанцев. Государство примет дополнительные меры по борьбе с теми, кто пытается расшатать общество и страну. Мы это специально рассмотрим, подведем итоги. Кымбатты казахстандыктар, ел іші бүтін болмаса, ел де болмайды. Қазір нағыз елім, жерім деп отансүйгіштікті көрсететін уақыт келді. Халқымыздың қауіпсіздігі мен тұрақтылығы үшін